Our next session is How Are Investors Navigating the Landscape? And to moderate this session is Tatiana Veller, National Director, Head of Hotels and Hospitality Group for Russia and CIS, Jones Lang LaSalle. Having spent over 15 years in hotel and the restaurant industry in Russia, as well as internationally, Tatiana has experienced hotels from all standpoints, from the manager, consultant, investor, and now, of course, working with JLL, which you just joined a few months ago. But what I really liked about your CV as well, Tatiana, is that you're co-founder of Fit and Fair, a fitness motivator and weight loss program which benefits disabled children by engaging them in sports. And many congratulations for doing that, and welcome to the stage, Tatiana. Добрый день, коллеги. Наша сегодняшняя дискуссия будет проходить на русском языке. So for English speakers in the audience, please I advise you now to on your translation headsets. Можно мне пригласить спикеров моих на сцену? Пока они выходят, я скажу несколько вводных слов. Мы с вами сегодня переживаем, в принципе, непростые в экономическом смысле времена. Гостиничная отрасль и в целом туризм, безусловно, являются прямым отражением экономической ситуации в стране в целом. Влияют изменения в геополитической атмосфере, конечно, на нас. Россия теряет туристов из многих мест. Штаты, Европа в этом году гораздо меньшее количество въезжающих дали по сравнению с предыдущими годами. Однако потерянные потоки гостей одного типа заменяются другими. В России в этом году не бывало всплеска утреннего туризма, как делового, так и с целью отпуска, гораздо больше туристов из Азии. Я позволю себе сравнение художественного характера. Нынешнюю ситуацию, я считаю, можно рассматривать как высокую температуру в процессе выздоровления. Я объясню. Нынешняя ситуация, как мне кажется, должна привести к оздоровлению рынка, к более детальному финансовому планированию, к более тщательному due diligence перед началом проектов, к более избирательному подходу к финансированию, к управлению расходами и так далее. И умению, в принципе, в конечном итоге ценить и сохранять имеющихся гостей. Короче говоря, мы надеемся на то, что рынок станет сильнее в результате нынешней ситуации, профессиональнее. На нем останутся игроки, которые играют в долгую игру и планируют свое присутствие на этом рынке на какие-то определенные годы. И для которых инвестиции в отели в регионе России и стран СНГ, а также Украины, Прибалтики и Грузии, это серьезно и профессионально. Как, например, сегодняшний наш эксперт. Я представлю по порядку, хотя, наверное, многие из вас с ними знакомы. Владимир Потурко, корпорация АНД, глава гостиничного департамента. Михаил Семенов, компании «Портрос», Джуней Балтовый, компания «Фен», и Вадим Тихонов, «Сол Элайн Тур». Я к вам присоединяюсь. Я предлагаю начать нашу сегодняшнюю дискуссию с такого достаточно общего вопроса. У нас всего полчаса, мы попробуем максимально эффективно их использовать, потому что тема, я думаю, интересная. Скажите, пожалуйста, как изменилась вкратце ваша инвестиционная стратегия вашей компании и, может быть, типы активов, которые вы предпочитаете и рассматриваете на сегодня? Какой подход? Покупка, строительство, новый девелопмент, продажи, конверсии, репозиционирование или просто выжидание? На самом деле, в настоящее время все прекрасно понимают, что происходит на рынке, и по большому счету наша стратегия, наверное, сильно не изменилась, изменились обстоятельства, в которых мы работаем. Поэтому скорее мы рассматриваем и приобретение активов, и конверсию, собственно, весь спектр возможных вариантов в нашем арсенале сейчас присутствует. Поэтому есть тенденции на рынке определенные, объектов стало больше предлагаться для транзакций. Это как готовые отели, так и площадки под строительство, с документами или без и так далее. Среди них можно отметить, скажем так, некую тенденцию, которую мы видим в течение времени. Выглядит она примерно следующим образом. Пару лет назад объектов было не так много, как сейчас. Цены, ожидания между, разница между ожиданиями у продавца и у покупателя
у нас слишком большая. Сейчас это разница сужается, да. И мы видим на рынке все больше и больше стен. Ну, честно говоря, у нас достаточно большой поток предложений, поэтому сказать, что сейчас рынок, наоборот, слияние, поглощение каких-то покупок, он активизировался. Это в основном предложение в виде активов в дистрессии или это предложение в виде недостроев или существующих объектов? Ну, сейчас у нас вся экономика находится в дистрессии, поэтому все активы в дистрессии. То есть, как бы, это нормальная ситуация. Я считаю, что те инвесторы, которые сейчас принимают решение инвестировать в объекты, делают это осознанно, и это правильное решение. Спасибо большое. Михаил, какие изменения по стратегии, если произошли? Смотрите, я согласен с предыдущим спикером, что на самом деле для многих сегодня инвесторов речь идет о некой стратегии выживания, наверное, так? Вот, потому что всегда, когда там есть такая поговорка у инвесторов, каждая долгосрочная инвестиция – это неудачная спекуляция. Да? И вот, наверное, если говорить про отели, это долгосрочный бизнес в целом. И сегодня есть ряд положительных и отрицательных тенденций. Да? Ну, по положительным сначала. Наверное, многие недооценивают роль девальвации, которая произошла, да, на внутреннем туризме. Вот, мы построили достаточно крупный комплекс отелей в Сочи. И видим уже сейчас, что однозначно цены вырастут. Вот. При этом, наверное, этот тренд не только там курортного отельной истории, но и в целом, наверное, для всех отелей. И если у вас есть долг, который ассоциирован с этим отелем, например, да, рублевый, то, наверное, так сказать, вам будет гораздо легче его обслуживать через 2-3 года. Вот. В целом, очевидно, это рынок покупателей сегодня. Настало ли время в целом покупать, не уверен. Думаю, может быть, имеет смысл еще подождать, потому что, наверное, когда мы увидим, так сказать, какое-то вот какое-то изменение в capital flow такое серьезное для страны, да, тогда это будет сигналом к тому, что там первые инвестиционные деньги пошли. Не могу пока сказать, что вот инвестиционные деньги, они как-то, так сказать, что-то покупают, да, наверное, они скорее смотрят, выжидают, вот, но еще нет такой активности. То есть, видимо, что-то такое продавать сегодня, наверное, точно не время. Однозначно потенциал для роста активов есть в связи с тем, что если вы конкурентно позиционированы, если ваш продукт хорошо продается и действительно клиенты его видят, скорее всего, вы сможете загрузить свои отели. Вот, скорее всего, вы получите хороший кэшфлоу, но однозначно конкуренция выше, что мы видим. На сегодняшний день, если взять даже по Москве, там открывается, ну, вводится значительное количество новых объектов. Они конкурентнее старых, они интереснее. И что можно сказать точно, что в ближайшее время не будет легкой жизни. Вот. Поэтому, на мой взгляд, рынок становится сложнее, рынок становится профессиональный, я тут с вами согласен, он вынужден стать более профессиональным. Вот. Ну и, наверное, рынок становится в долгосрочном плане интереснее и более инвестиционным, потому что действительно выбор на нем становится шире. Вот. И очень скоро, наверное, можно будет действительно делать значимые покупки на этом рынке. Спасибо. Спасибо большое. Чунейд. Когда мы начинали 2021 года это бизнес вместе с гостиницей в Турции и дальше в 2007 году в России, у нас была идея создать какой-то вот региональный сеть гостиниц в Турции и в России. Ну вот мы, у нас уже есть 20 гостиниц, 4 в России, 16 в Турции. Мы поняли, это, не, наверное, не самая правильная идея. Или вот после кризиса так получилось. И это, наверное, тоже не было только наша идея создать вот региональный сеть гостиниц. Ну, когда у нас открылся гостиница в городе Стамбуле, в Турции, и потом недавно
после три региональных гостиницы в России мы открыли один в Москве, да? Но видели, это совсем другой рынок. У нас прямо наши экземпляры Самара, Ярославль, Калининград и Москва. Там совсем даже сравнить очень трудно. И я еще вижу, в регионе еще продолжается инвестировать, открывать новые гостиницы. Это может где город, конечно, очень хорошо, но для инвестора очень трудно. И наша стратегия, наверное, продолжает искать возможности, opportunities в Москве и Стамбул. Соответственно, изменение стратегии – это перефокусирование из регионов в Москву. Соответственно, сейчас рассматривается объект только в Москве потенциально. Спасибо. Да, спасибо. Позвольте мне вначале, здесь вместе со мной должен был присутствовать еще управляющий партнер. У нас российско-американская группа. Вадим, давайте я, наверное, скажу о том, что ваша группа компании делает, потому что, не, наверное, не все в аудитории, возможно, знают. Компания Solo Alliance International развивает сеть моделей под маркой Super 8 совместно с брендом Wyndham. Да. Позвольте зачитать приветственное письмо президента компании Sora Development господина Тома Фора. Уважаемые участники форума, in English, okay? Sora Development is honored to be included among the distinguished group of international companies who have adjourned together with Sora Alliance and Whitcomb International Hotel Group, Sofas Hotel Group, to develop several Super 8 motels in Russian Federation near federal highways. Sora Alliance has selected a world-class construction partner in ADK model round, and it is our sincere hope that our contributions will help to invest in this beautiful country, Russian Federation. My best greetings to you all. President of Sora Development, Mr. Thomas Ford. Да, действительно, мы, наша группа компаний, мы новички на этом рынке, вот, но как раз так совпало, что этот год, несмотря на кризис, он стал для нас очень успешным и счастливым. В это непростое время нам удалось подписать соглашение и создать совместное российско-американское предприятие для реализации данного проекта и привлечь первые инвестиции. Тоже, конечно, наши партнеры понимают, что ситуация на рынке очень непростая. Но, тем не менее, мы видим перспективу развития этого рынка в России. Наверное, немного таких рынков перспективных, как сегодня в Российской Федерации. И, конечно, это понимают наши зарубежные партнеры. Спасибо большое. Скажите, в нынешней ситуации... Перед нами была презентация касательно инвестиционного климата, да, и Том говорил о том, что по всему миру сейчас растет интерес к инвесторов в коммерческой недвижимости, в том числе к гостиницам. И к гостинице рассматриваются как одно из самых консервативных, но более-менее верных средств для вложения денег. И в то же время параллельно растет порог чувствительности международных инвесторов к рынку, потому что рынок капитала сейчас очень активный, да, и количество капитала, доступного на международных рынках, повышается, а количество активов для приобретения, и тем более качество активов, в принципе, ограничено. В данной ситуации, наверное, неизбежно, что инвесторы, в конце концов, обратят внимание на российский рынок. И Михаил говорил о том, что инвесторы, в принципе, смотрят, но пока ничего не покупают, то есть рынок живой, но пока что еще не сильно активный. Но, тем не менее, более высокая степень риска в России оправдывается и отражается в соответствующем уровне ставки капитализации и прибыльности этих приобретений. Мы сегодня, на самом деле, наши брокеры очень активно работают в плане покупки и продажи с большим количеством инвесторов, как российских, так и международных, и в том числе они интересуются и гостиницами, как потенциальными активами. Скажите, пожалуйста, вы рассматриваете ли сейчас какие-то объекты на покупку, и если да, то где, что для вас является приоритетными направлениями и какой тип объектов, если вы рассматриваете приобретение?
Я на самом деле не согласен с вашим утверждением о том, что рынок капитала большой, а объектов мало. В России сейчас ситуация скорее наоборот. Денег не так много свободных, а объектов достаточное количество. С учетом того, что... Международные. Ну, международные, да, скорее у нас ситуация другая. И скорее ситуация выглядит следующим образом. Да, когда инвестор заходит, ну или там принимает решение об инвестиции в коммерческую недвижимость, у него есть альтернатива. Это ритейл, офисы, склады, гостиницы. И гостиницы, к сожалению, находятся не на лидирующих позициях здесь. Мы все это прекрасно понимаем. Это длинные, долгие инвестиции. И сейчас, скорее, да, есть некий тренд, когда офисы сдают позиции в некоторых локейшенах, гостиницы становятся более интересными. Поэтому интерес в этом смысле к гостиничным объектам повышается. Что касается объектов, их предложений на рынке, то их на самом деле сейчас больше, чем пару лет назад. Почему? Потому что многие инвесторы кредитовались в валюте. Сейчас сами знаете, да, как, насколько это легко и собственно, с этими кредитами работать. Все от них стараются избавиться как можно быстрее. Поэтому подобных объектов сейчас достаточно много, и вопрос, что называется, это справедливая оценка этой цены этих активов. Мы в настоящий момент рассматриваем достаточно широкий спектр объектов. В основном это ключевые города, Москва, Санкт-Петербург. В принципе, также достаточно часто предлагается много разных объектов, и региональных в том числе. Вот, но скорее сейчас пока фокус это на наших двух столицах. Вот, так в проработке у нас достаточно много количества объектов. Я думаю, что там в ближайшее время там, о каких-то сделках мы уже, может быть, даже проанонсируем. Ну, в частности, вот рядом стоит здание. Это будущая гостиница Radisson Blu. Мы, собственно, не так давно его приобрели у группы ВТБ, Банка Москвы. И подписали соглашение с компанией Radisson Blu на управление этим объектом. Сделка анонсирована на форуме. Господа. Михаил. Смотрите, с точки зрения привлекательности, мне кажется, что здесь есть некая градация. Да? Вот если вы посмотрите на пятизвездный сегмент, то традиционно в России он торговался с премией. Все время задумываюсь, почему так, но действительно получается, что есть ряд, в том числе внутренних инвесторов, которые очень любят, скажем так, высокий сегмент, и поэтому, если посмотрите, там гостиница «Украина» там продавалась, потом, когда Мишлили уходил, тоже, так сказать, его активы очень дорого ушли. Это не только в России, люксовый сегмент всегда это такие инвестиции. Ну, я позволю себе сказать, что здесь очень с большим отрывом, да, там, вот эта ситуация. Если там обратить внимание на более низкий сегмент, там 4.30, да там и близко такой картинки наблюдается. Ну а в целом, наверное, сейчас надо быть очень отважным инвестором, чтобы, в принципе, инвестировать в гостиничный сектор, просто потому, что у вас очень серьезно на горизонте валютные риски. Если вы инвестор, у которого базовая валюта все-таки не рубли, да, то захеджировать, так сказать, эффективно эти инвестиции достаточно сложно, потому что этот рынок очень дорогой. Именно хеджа. Вот. А собственно делать ставки на то, соответственно, как будет ставка обмена там, тогда, когда вы захотите репатриировать какую-то прибыль, ну, достаточно сложно в сегодняшней жизни. Поэтому могу сказать так, что гостиницы надо просто любить. Вот. Если вы их любите, если вам нравится эта тема и вы умеете ей заниматься, то, скорее всего, вы на этой теме заработаете на горизонте 10 лет. Да? Вот, но очень важна точка входа. И поэтому убежден, что действительно вот эти возможности, которые открываются на рынке, они открываются по одной простой причине. Ведь действительно это был рынок продавцов очень долгое время, пока, так сказать, экономика накачивалась деньгами нефтяными. И действительно мало было объектов, и достаточно мало вводилось. Вот, проживя этот период,
который мы сейчас вошли, да, скорее всего, мы увидим более, так сказать, транспарентную систему именно предложения активов на рынок. Наверное, мы увидим большую конкуренцию, наверное, мы увидим, в принципе, более качественные услуги на рынке. Вот. Но опять же, хочу повториться, инвесторам, наверное, надо быть очень осторожными, потому что российский гостиничный рынок сильно отличается от всех других рынков, особенно от развитых. Спасибо. Ну, сейчас происходит постепенное сближение ожиданий ценовых поправок. Это как раз то, что должно случиться для того, чтобы рынок транзакций наконец раскачался. Спасибо. Джуней? Я думаю, надо понимать, кто это иностранный инвестор. Да? Если мы говорим о компании, как мы, у нас есть 20 плюс 10, 20 плюс 10. Ну, такой много компаний, если я думаю, вот, они сейчас изучают маркет, да, они могут. Но если мы думаем о большой международный фонд, пенсионный фонд, вряд ли, я думаю, вот это 1-2 гостиница вот, в России будет для них интересно. А опять, если это не знаковый объект, как, ну, не знаю, Ридстартен, гостиница Украины, Хаят, это может. Ну, наш сегмент 3-4 звезда, вот, международный фонд, пенсионный фонд не будет прийти вот, в свое время тратить за 2-3 гостиницы на сумму 50 миллионов. Ну, компания, наш уровень, да, мы активно изучаем, можем инвестировать, покупать или сами вот, принимать тоже девелопмент, все участвуем. Ну, вы, соответственно, рассматриваете тоже два основных города, Москва и Санкт-Петербург на сегодня, да? Мы рассматриваем только Москву. Только Москву. Потому что мы считаем, не знаю, права или нет, конечно, разница много, Москва и Петербург. Но наши сегменты 3-4 звезды. Спасибо. Давайте. Да, ну у нас, как я уже рассказал, у нас очень своеобразная ниша, да, поэтому первоначально мы тоже рассматривали начать строительство в регионе Москва-Санкт-Петербург, но сейчас в период кризиса рассматриваем и варианты покупки земельных участков. Мы только сейчас рассматриваем покупку земельных участков на прилегающих федеральных магистралях. В частности, вот, в перспективе у нас на следующий год ввести в эксплуатацию два мотеля Super 8. Один на трассе М1, это Москва-Минск, это в районе города Смоленска. Второй на трассе М10 в районе города Твери. И сейчас мы еще рассматриваем два участка на трассе М4 и на трассе Урал. В районе города Краснодар, Горячий Ключ и Луховица. Это трасса Урал. Конечно, соглашусь со своими коллегами, что сегодня российский рынок и вообще в целом гостиничный рынок для инвесторов, особенно вот мы, в частности, скажу о нашей компании, мы работаем с американским инвестиционным фондом. Он привлекательный, но он очень сложный в данной ситуации. Однако, в связи с тем, что у нас сегмент 3-4 звезды, Super 8, удается договориться с ними для того, чтобы начать проект. Ну, хотя у нас проект рассчитан, мы планируем в течение 10 лет 15 объектов построить в России. Но, тем не менее, для начала сегодня привлечь инвестиции на первые 4-5. Для того, чтобы посмотреть эффективность, для того, чтобы они увидели, что такая сеть может так же эффективно работать, как и на американском и вообще североамериканском рынке. Потому что на самом деле я сам проехал, побывал во всех этих мотелях, прежде чем вообще начинать заниматься этим проектом. В целом этот сегмент очень востребован. Я просто уверен, что он будет востребован в России. Мы сможем эффективно работать с иностранными инвестициями и дальше. Прекрасно, спасибо. Ну и, наверное, последний вопрос, чтобы завершить нашу сессию. Какие приходится делать стратегические изменения в плане управления существующими уже активами, потому что у всех присутствующих, кроме Вадима, в портфолио есть уже активно работающие отели.
Что вы видите такого глобального в плане стратегии приходится изменять для того, чтобы сохранять все-таки свой там какую-то планку возврата на вложенные деньги? Ну, все очень просто. Надо снижать косты, увеличивать доходы. Получается. Ну, да, как по-другому? На самом деле, мы всем нашим генеральным менеджерам, всем управляющим компаниям, с которыми мы работаем, мы даем установку на повышение цен, на увеличение доходности. Это совершенно нормальная ситуация, когда инвесторы требуют больше отдачи на свои вложения. Что касается каких-то глобальных изменений стратегии, в принципе, их нет. У нас в нашем портфолио полный спектр объектов от прямого управления до там, франшизы, где мы сами управляем объектами. Сейчас есть тенденция такая, что в объектах, где мы сами управляем и, собственно, привлекаем бренды только по франшизе, мы можем быть более эффективны, чем оператор. Почему? Потому что оператор, к сожалению, сегодня уже говорили на первой сессии наши коллеги из Лондона, да, вот, собственно, операторы, они зависят от своих штаб-квартир там, в Брюсселе, не знаю, в Лондоне, еще где-то, и ждут этих указаний, не могут принимать решения. Операторы должны отдать все на откуп. Больше гибкости. Конечно, генеральные менеджеры на местах, они лучше понимают рынок, что сейчас происходит. А эти товарищи пытаются навязать свою какую-то стратегию, которая работает в лобами, она здесь не работает. И это давно им всем пора понять. Поэтому в целом, естественно, мы всех настраиваем на эффективную работу, по-другому, собственно, быть не может. Поэтому сейчас и отношения с операторами, они, скажем так, они чуть обострились в этом смысле. Но опять же, что я имею в виду? Наши требования к ним стали более четкими и более очевидными для них. Да, они стали понимать, что да, действительно, как бы на этом рынке нужно работать чуть-чуть. Поэтому в целом ситуация меняется. И она также точно так же меняется и по взаимоотношениям в момент заключения договора управления. Сейчас совершенно другие рыночные условия, нежели были там 2 или 3 года назад. Сейчас у вас такой инвестор больше рычаг, наверное? Конечно. Сейчас инвесторы должны это понимать, что они сейчас все сосредоточено в их руках, в первую очередь. И сейчас к этому пониманию приходит оператор. Поэтому я думаю, что рынок меняется, меняется немного правила игры, но в целом как бы ситуация остается такой, что выживает самый эффективный. Спасибо. Ну, я хочу к этому добавить следующее. Однозначно управление сводится, может быть, не только к управлению костами, хотя, конечно, это там работа каждого дня, но во многом, наверное, к более агрессивной, такой, если хотите, стратегии управления доходами. Если раньше, когда вы понимали, что, в принципе, на рынке все хорошо, оператор там управлял, вот, и очевидно, так сказать, была какая-то загрузка, то есть с доходностью не было никаких там вопросов. Вот. То на сегодняшний день действительно необходимо изобретать дополнительные источники выручки в отеле. Я не знаю, по выходным проводить там какие-то мероприятия. В общем, постоянно необходимо, что называется, кушать, так сказать, в том направлении, чтобы была какая-то движуха. Если нет движухи, не генерятся дополнительные доходы, и вам сложно, так сказать, управлять отелем. То есть вот это первый такой момент очень важный, который, наверное, жизнь в кризисное время отличает, так сказать, от всего остального. Вот. Нагрузка на команды управляющие, так сказать, в том, чтобы они, собственно, привлекали вот этот дополнительный трафик. Второе, что, наверное, в общем-то, объединяет всех международных операторов, это именно подход к продаже. Значит, получается как, что в основном все корпоративные долгосрочные контракты, взаимодействия, они так или иначе завязаны иностранной компанией, которая, собственно, здесь командирует своих сотрудников, ну и там покупает эти ночи. А по факту, вот, наверное, что ярко отражается вот, в реалиях этого кризиса,
растет российский потребитель. То есть, по сути, внутренний российский туризм, или даже бизнес-туризм, так называемый, да, это, по сути, наверное, потребитель завтрашнего дня. Это те люди, которые приезжают так или иначе, так сказать, вытесняют уходящие западных специалистов. Понятно, что бюджеты у западных корпораций сужаются, как на конференции, так и на пребывание, поэтому за российскими потребителями на будущее, вот это вот маркетирование, которое необходимо делать внутри России для того, чтобы расширять свое присутствие, вот это, наверное, то, на чем имеет смысл делать ставки в ближайшие там, год, два, три. Не сильно уверен, что международный оператор очень натренирован на это, как раз наоборот, вот согласен с коллегой, потому что, так сказать, они вот привыкли управлять по старинке, у них есть аргументы, у них там на территориях, так сказать, разных, много-много отелей, вот, и, конечно же, и менять формат, в котором они живут, так сказать, только потому, что вот в России такая рыночная ситуация, наверное, может быть и сложно, вот, но тем не менее, мне кажется, что вот те отели, которые научатся себя позиционировать для российского клиента, они получат в будущем более интересную загрузку, более интересную цифру продаж. Так вот, у нас есть факты реалии. Спасибо большое. А, Джунейд. Чуть-чуть не согласен. Прекрасно. Я люблю, когда тут не согласен. Доверяем своего оператора и у руководителей, они тоже не пришли вчера, да, если даже из Бельгии, из Парижа, не знаю, Франции. Они здесь достаточное время, знают реальность рынка. В нашем случае у руководителей есть полные полномочия, что делать, в какой ситуации. Они понимают рынок, наверняка они больше в нашем аппарате. За 20 лет здесь, и знаю другого аппарата тоже, какой рынок здесь. Ну, довольны, мы знаем, мы не можем лучше сделать. Они, ну, каждый, не только наш оператор, все международный оператор, они 5-10 лет, они сколько это управляют, в России тоже знают реальность рынка. Что я хотел, да, вот, то есть были существующие гостиницы, если рубли был дороже, тогда мы могли больше евро покупать наши доходы и платить наши долги. Ну, если мы хотим сейчас еще строить, тогда лучше, чтобы рубли был дороже. Такую ситуацию. Потому что оператор, я думаю, они все сделают. И в уровне самой верхней менеджмент, и в нашей гостинице, да, генеральный менеджер тоже у нее очень большую возможность, сам может, ну, решать разные вопросы, без даже вот московскими. Такая локализация принятия решений операционных ежедневно. Да, вот daily business, вот управляют какое-то решение, они, у них свой есть полномочия, очень много директоры. И, конечно, вот генеральный директор в России, он ее все может. Спасибо. Вадим, есть что добавить? Да, ну я хотел бы сказать, что не скажу ничего нового, что тоже занимаемся ежедневно над вопросами снижения затрат, вот, но позиция лично моя не ущерб работе. Здесь по гостиничному бизнесу, да, мы пока новички, поэтому тяжело что-то сказать. Но, допустим, в других направлениях бизнеса, конечно, это первое, это снижение затрат. И я вот полностью согласен с Сергеем, что постоянно должно быть какое-то движение. То есть все равно менеджмент, который работает в компании, он должен преподнести клиенту что-то такое оригинальное, тем более в гостиничном бизнесе. И, конечно, это высокий уровень сервиса. Поэтому в нашей группе компаний это основное. Основное – это, конечно, золотой фонд, это наши управляющие, это наши менеджеры. И высокий стандарт предоставления услуг. Что бы ни было, в гостиничном бизнесе, дистрибьюции или какие-то другие направления. Я считаю, что если бизнес постоянно в движении, вот, если постоянно, да, мы следим за доходами и расходами, бизнес будет стабилен. И много то, что происходит на самом деле в России на рынке, и я ежедневно объясняю это нашим американским коллегам, что довольно многие вещи преувеличены на самом деле.
Есть, конечно, факты неоспоримые, но в целом ситуация преувеличенная, и я думаю, что вот бизнес гостиничный всегда будет востребован, и в том числе и в России. Спасибо большое. Я, наверное, подведу буквально в двух предложениях итог нашего обсуждения. Понятно, что гостиничный бизнес продолжает оставаться достаточно интересным направлением инвестиций. Понятно, что это не быстрый возврат, это игра в долгую. И очень приятно слышать, на самом деле, что основные игроки рынка считают по-прежнему этот бизнес интересным. И похоже, что отрасль будет становиться все более профессиональной постепенно, так как непрофильные, случайные инвесторы и игроки из нее постепенно выбывают. Так как понятно, что быстрый заработок, скорее всего, закончился, что, в принципе, не позитивно. Я благодарю своих экспертов. Я думаю, что если есть какие-то вопросы, их можно будет задать, наверное, где-то в кулуарах, потому что время у нас, к сожалению, истекло на нашу панель. Спасибо большое.